по небу и о чем-то помечтать. Солнце сквозь листву сияет, будет и зовет гулять. Добрый лес друзей встречает, сосны водят хоровод. Веселится, зажигает и шумит лесной народ. Медведи-соседи. Обман. Ну и куда вы бежите? Вы же знаете, что я выиграю, а? Беги, Брамбл! О, нет! Это снова охотник Вик. Побежали, бабу. Да, сир. А, да! Сегодня у меня на ужин будет гамбургер с медвежатиной. Бабу, огонь! Противная мартышка! Позже я разберусь с этой обезьяной. А? Стойте! Вернитесь! Увидимся! Вонючий в хомях переросток! Эй, вы! Двое! Мы еще встретимся! И почему вам все время кто-то помогает? Если бы мне помогали, моя задача была бы намного проще. Но что поделаешь? Надо расстроить их друг с другом. О, да! Королю понравятся эти яблоки. А? Клянусь, я что-то слышал. Я должен выяснить, что они любят больше всего. Да. А потом я использую это против них. Точно, я самый умный охотник в лесу. Я сделаю для короля корону. Он будет счастлив. Ага, корона. Сейчас я вам покажу, как строить козни охотнику Вику. Репки, репки, мои любимые репки. Реп никогда не бывает слишком много. Это я вам говорю. Все еще мало. Пойду и принесу еще. Вкуснятина. Отстаньте от меня! Прекратите меня преследовать! Исчезните! О, да!
Бабу, где моя корона? А? Ваша... Нет. Бабу, идиот, где она? Ваше Величество, ваша корона и ваш скипетр, их украли. Что? Ты серьезно? Смотрите, сир, следы. Гадкие медведи! Получилось! Только посмотри на все эти фрукты. Должно быть, у нас много поклонников. Они даже сделали нам корону. Ты думаешь, это корона Тики? Думаю, да, Брамбл. Можешь забрать фрукты, а я возьму корону. Ни за что. Кто сделал тебя королем? Взгляни, Брамбл. На моей голове она сидит гораздо лучше, чем на твоей толстой башке. Бриар, дай-ка я ее примерю. Не дам. Ладно тебе. Она моя. Бобы и кукуруза подрались. Бобы ударили куга. Моя репа! О, нет! Куда подевалась вся моя репа? Нет! Я собирал ее целый день! Я вас найду, мерзкие медведи! Она моя! Пусти! Моя! Она моя! Нет, моя! Брамбл! Вот тебе! Ты ударил меня из-за короны? Это предательство! Кажется, все идет по плану. Я просто злой гений. О чем я всегда и говорю, Бриар. Ты постоянно меня копируешь. Вернулись эти вонючие медведи. Черт. Мечтай. Это было лишь однажды. Думаешь, сегодня будет еще больше еды? Надо же. Это же бесплатный буфет. О, моя маленькая крошка. Погоди, кажется, я уже где-то это видел. Выглядит очень знакомо. На этот раз вы зашли слишком далеко. Эй! А? Что ты здесь делаешь? А? Они тебя воровали. Вонючие медведи, выходите! Превосходно! Да, это даже лучше, чем бесплатный завтрак. Эй, ребята, что это вы делаете? Это были вы, два бандита. Да что тут происходит? Я ничего не крал, ясно? Так я и знал. Пока они дерутся, я всех переловлю одним махом. Почему это они остановились? Отцепитесь от меня! Куда идти собрался? Отцепись от моей морды! Прекратите! Моя милая! Эй, мое ружье! Эй, обезьянка, это моя игрушка! Отдай ее Вику, давай же! Ой, я тут тебе нужен, честно! Я могу помочь тебе победить медведей! Теперь ты попался! Это как бесплатный буфет, моя детка. Разве это не принадлежит Тики? Он никогда не позволил бы нам до нее дотронуться. Признайтесь, это были вы.
Я все время старался вам помочь, потому что вы были друзьями. И так-то вы мне за это отплатили. Да какая-то ошибка. Прекратите лгать. Сейчас вы правда получите. Сейчас вы правда получите. Вот вам еще. Дай сюда. Эй, дай мне этот фрукт. Я хочу хорошенько проучить этих ребят. Минутку. Что это такое? Минутку, это же телефон охотника Вика, да? Что? Что? Значит, здесь был охотник Вик. Смотрите. Это следы охотника Вика. Охотника Вика. Все ясно. Нас подставил этот гадкий охотник. Кажется, я знаю планы Вика. Он хочет рассорить нас со всеми, чтобы потом поймать. Но не бывать этому. Что же мы будем делать, Бриар? Вот что мы сделаем. Мерзкий Вики, ты мне попался. Где мои репы? Отдавай их обратно. Кажется, теперь наша очередь. Только не по лицу!